Восьмой по счету открытый международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб проходит в эти дни в Брестском дворце спорта «Виктория». В этом году на соревнования приехали сильнейшие команды не только Беларуси. Среди гостей есть участники из Риги и Санкт-Петербурга. Еще одной особенностью турнира в этом году стало появление фирменного мяча, который с момента открытия соревнования станет его постоянным символом. География этого турнира растет. Мне помнится 2006 год, когда мы открывали вот этот первый турнир, и настолько это было еще ново для всех. И были достаточно такие робкие попытки, и с каждым годом мастерство наших ребят растет. Я вижу команду Государственного таможенного комитета, там уже ветераны. Они начинали с первого турнира, дошли до восьмого. От Игоря ожидаю позитивного настроения, также самое главное – побед и успехов. Так как это юбилей, считаю, очень значимое событие. И такие турниры, ну, конечно, проходят каждый год, но то, что юбилей, это тоже имеет огромное значение. С каждым годом уровень турнира только растет. Помимо команд таможенных служб в соревновании принимают участие работники отделения железной дороги, сотрудники МЧС, представители пограничных войск. О международном турнире знают. Возможно, поэтому сюда спешат и зарубежные гости. Мы, как представители Латвии, с огромным удовольствием участвуем в любых мероприятиях, куда нас приглашают. Мы динамовцы по духу, мы очень любим белорусов и вельми добро разговариваем на белорусской мове. Начали приезжать наши ближайшие соседи, это ведь здорово. Мы не только работаем на границе рядом, на сопредельных территориях, но мы встречаемся еще и в концертах, в туристических слетах. И вот этот замечательный спортивный праздник, это как раз то объединение, которое объединяет как таможенный союз, как наше экономическое сообщество, так и просто людей, нас, братьев. Организация подобных соревнований – большой вклад в укрепление дружеских связей среди представителей различных служб. Кроме того, подобные турниры способствуют популяризации спорта, а также приобщению к занятиям физической культурой людей самых разных профессий, свободное от работы время. Как и ваш гребной канал, и соревнования по гребле, как и по футболу, как и Брестская крепость. Ну, сюда едут, это город-герой, это праздник, поэтому вы молодцы. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.